И Владислав ошибается. Офигеть, Волошин по линии отбил. Черков, Гаспарян, баланс, пятый сет, впереди Гаспарян, 12-11. Гаспарян Михаил вешает чудовищную соплю в пятом сете при счете 14-13 Черкова. И Черков отбивает эту чудовищную соплю не менее чудовищной соплей в край стола. И Гаспарян Михаил проигрывает первый матч. Вот это матч. Этот матч можно будет посмотреть потом в записи. Я там камеру поставил. Thank you.
Нет, не
начинают на работу. Продолжение следует...